Всем привет, с вами Адриченд, и мы продолжаем проходить Outlast, а точнее сказать, продолжение. Многие написали, что, Андрюха, это не то, что проходит до первой части, а эти истории идут параллельно. И мы сообщение типа отправляли этому репортеру, что здесь какая-то хрень, и репортер, в общем-то, ехал в это место также расследовать. Поэтому эти истории очень переплетены. Сказать, что там где-то даже Мартин отец будет, и очень вся прям будет параллельно эти истории. И сказали, чет, смотри наверх, смотри очень часто вверх. Там, где была газовая камера, там ты, в общем-то, тогда и пропустил место, где... Где-то он сейчас будет, да? О, бля! Ой, черт побери! Никак не могу привыкнуть! Так, газовая камера, и где-то смотри наверх... Ёперный театр! Вот оно где было! Его же здесь, надеюсь, уже нету, правильно? То есть реально нужно смотреть по потолкам. А сколько времени, видите, и мы вместе с вами, в общем-то, и со всем этим разобрались. Как говорится... Так, он же сюда не прибежит, правда? Сейчас прикиньте, такой бац, и он в окне, и что мне делать? О, игра сохранена. Так, доберитесь до радио в тюрьме. Один момент. То есть, если я сейчас выйду, он снова там, правильно? Блин. Так, до радио в тюрьме. Это, наверное, что мне нужно отсюда нахрен выбежать. А, нет? Фу, я уже немножечко это... На... А, нет! Где он? Я вижу тебя! Дяденька! Да бля, открывай! А! Да не с той стороны! Давай! Фух, блин! Нажимал F или E, я забыл, что здесь нужно мышкой. Как всегда, игра на нервах. Начинаем прям вообще. Игра сохраняет... Батарейка. Так, что нам нужно? Доберитесь до радио в тюрьме. Ни хрена... А, боже, ни хрена не видно. Этот с бензопилой никак не успокоится. Даже тут не бензопила, а болгарка. Так. Есть кто-нибудь? Так, смотрим по потолкам. По потолкам ничего. Я не бздю. А лучше идти вообще с камерой немножечко. Ладно, качество хуже становится. А зачем я зашел сюда? Тут ничего нету. Тут только мужик, он в унитазе. Короче, здесь банально туалет. Я думал, здесь как... А, не банально туалет. Чем-то ты не досмотрел. Не досмотрел. Пролезть можно. Ага, закрыто. Так. Сейчас кто-то выбежит. Я прям чую. Эти скримеры до добра не доведут. Никого? Ладно. Пока чисто. Все заперто. У вас тут пыль летает. У вас очень пыльно и темно. А мне куда? О, господи. Я так понимаю, этот шкафчик здесь не зря, чтобы я хотя бы один разик забежал и посидел в нем, да? Опять будет этот дурачок тут. Пока ничего. Пока что спокойно. Спокойно. Тихо, батарейки не разряжайтесь, еще нормально все, еще хватит.
на целое путешествие. Так, главное что? Правильно, смотрим потолки. Потому что бывает как? Что на потолке есть какой-то проход. Может, сохранимся? Не? Рано еще. Блин, мне туда в темноту идти? Стрёмно как. А, мы здесь были. Все, все, я понял, что это за место. Это мы вернулись, да? Мы же здесь были. Вот, и тут замок, правильно? Нет? Так, стоп, я что-то это... Туплю. Мы сюда заходили, я помню это. А какую дверь мы не можем открыть тогда? Здесь двери нет. А, стоп. Нет, это ящик. А что я пропустил? Так, стоп. Стоп. Доберитесь до радио в тюрьме. Я где-то не туда свернул? Тихо. Давайте вот без этих моментов. Ну, зайти не могу. Отсюда я пришел. Чувак, дыши спокойно, пожалуйста. Тут мы перелезли. Что мигает? А, может, мне просто туда надо? А-а-а, блин, там же был другой проход еще. Или нет? Стоп. Вот. Нахрен вы меня так путаете? Все, а тут нужен ключ. Окей. Ни хрена себе я зашел, блин, в потайную дверь, которая меня просто запутала. Вы чего, ребята? Зачем так делать, блин? А, я уже спустился. Я даже не успел мысль выразить. Ладно. У нас тут волкодавы эти, оборотни. Так, пойдешь направо, пойдешь налево. Кто-то кричит. Сохранено. А почему? А, я на улице? О, я на улице. Так, а мне что, ну, блин, типа... Блин, как ужасно, когда вот это вот... Где? Кто? Куда? Ни хрена не вижу! Это вход? Заперто. Блин, я очкую. Выход. Чувак, куда бежать, блядь? Беги куда-нибудь. Я куда-то бегу. Наверное, правильно. Ни хрена ж не видно. Ой, игра сохранена. Да вы издеваетесь? Закрой. Куда? А что мне здесь делать? Смотри, чент вверх. О, бляха-муха. Так, а что мне нужно добраться до радио? Какая шикарная комнатка для суицида. О, я боссы бегаю.
Так. Они меня просто пугали. Я сюда могу войти? Не могу. Так, Чен, первая задача. Смотри по верхам. Что ты видишь? Что ты видишь здесь? Ни хрена. Может быть, тут то, что не досмотрел? Да не, ну в смысле не досмотрел. Ну реально, ни хрена нету. Так. Что там разговаривать? Это мне что, нужно дальше бежать куда-то? Это просто была точка передыха? Наверное, да. Черт побери. Кто там? А, это в баскетбол играет, господи. Куда мне? Куда? Я не вижу. Ну да, то есть вот я сюда забежал, мы сохранились. Давайте снова мыслить логично. Вряд ли мы должны были бы куда-то вернуться, если сохранение произошло здесь. Логично? Логично. Что мы тут не доглядели? Войти мы не можем. А здесь маленький вход. Тут же, ну я что, дверь не вижу или что? Ну закрой дверь. Что мы видим? Да ни хрена мы тут не видим, обычная комната. Тут перелезть я могу? Не могу. А нахрена мы здесь сохранились? В окно залезть я не могу. Брайсон блок, типа тюремный блок. Черт, под что, реально выбегать отсюда? Очень странно. Прям очень странно. Давай, за тобой бегу. Может, ты путь покажешь? Давай. Ага, а, он, наверное, этот был. Подсказыватель. В смысле? Открывай. Открывай. Да, я открою. Не, не вариант. А, там замок. Так, должен быть какой-то другой вход. Правильно? А мы забежали куда? Сюда? Блин, когда вот это вот туман? Нет, отсюда мы выбегали. Да, отсюда мы выбегали. Потом мы бежали сюда. Да, вот мы пришли на ту точку. Тут мы залазили в дырку. Ой, я в кустах застрял. Вот, это мы пришли. Можем пойти направо, можем пойти налево. Здесь мы были, правильно? Да, а вот напротив мы не были. Пошли напротив. О, что-то новое. Чувак, тебе немножечко шею вправили. А что здесь? А ни хрена? Вот тут дырка вырезана. Не знаю зачем. О, я так понимаю, мы сейчас движемся в правильном направлении. Надо прыгнуть. Тихо, тихо. А! О, я даже не заметил тебя. Фух, блин. Так, вроде бы правильно. Сохраняйся, пожалуйста. Я тогда пойму, что мы в верном направлении пришли. Да, правильно, 100%.
Прям попкой чувствую. Фух. Блин, этот Outlast, честно, до добра не доведет. Ну, а сохранится. Ой, игра сохранена, спасибо. Все по стандарту. А, это у меня такой расфокус даже без камеры. Так, это мы зашли еще раз куда? До радио в тюрьме. А, так мы в тюрьму должны были попасть. Чен. Все, мы в тюрьме. Окей, вижу дырку. Не вижу препятствий. Это кто? Я хочу закрыться. Я хочу заняться спортом. Почему так музыка усложняется? Не надо такую музыку делать. Давай закроем. Ау, пацаны! А вы свои? Я вас помню. Я вас помню. Вот прям с первой части помню. Вот тут и стойте. Мы друг за друга. Мы друг друга не обижаем. А, что? 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 Я не успел обосраться. Чего должен был обосраться? Голова? Кто-то кинул голову? О, пацаны, господи. А что ты хочешь? А, не! Ты что? Я тебя трогал? Ты смотри, какой, а? Подлец! Не надо руки распускать. Мама не говорила, что биться нельзя? Где он там, снизу? Не вижу, ну ладно. Так, о, это какая-то... Это рубка, да? В смысле она закрыта? Там документы лежат. А, там другой вход. Там есть другой вход. Вот здесь. Давай почитаем. Документы. Так, Курт, у нас есть еще один, и я не уверен, сможете ли вы определить это как расстройство, вызываемое стрессом, а соседство с душевнобольным. Охранник сверху из административного блока, наш последний работник, не являющийся пациентом, начал видеть сказки Вернике. Он никогда не имел прямого контакта с двигателем. Короче, они пытаются разобраться, заразна ли эта вся хрень. Окей. Сюда. Заткнись, заткнись, говорит. Это они снизу орут или где? Ты чё так пугаешь, бля? Я ещё бегу, и ты бежишь. Издеваешься? Что здесь? А, опять комната, типа, когда кирпичи наложил посидеть? Я понял, это комната для откладывания кирпичей. Она бесполезна, но просто можно посидеть и немножечко передохнуть. Как говорится, выдохнуть. Так, а... Не доверяй им, говорят, это наука. Но все это не так, они ждали нас прямо здесь. Билли, понял, тебе не спрятаться. А мне прям нужно к нему, дайте. Так, ну ты относительно еще неплохо выглядишь. Так и стой. Ты знаешь, не, нет, нормально. Оооо, там Валеридер. А вот эта комната мне больше нравится. Вы знаете, вот тут прям у вас как-то уютненько, так по-домашнему. Угу. Блин, я так понимаю, мне туда, да? Он пролетел уже? Что такое? Боже, что происходит? А, там избивают кого-то. Так, это мы попали в тюрьму, правильно? Ой. Ой. Дай зайду. Ладно, зайду сюда. Тоже закрыто.
О, это рация, да? Давай закроем. Мне так спокойнее будет. Не знаю, а что вторую дверь не закрыл? Так, дед, ага, вот, рация. Пообщаться, давай. Первый, я второй. Перерывчик небольшой. Ой, камеры не зря сбоку. А, ты подонок! Плохой человек! Ты посмотри на него! Сейчас тебя хлопнут, я уже чувствую. Сейчас кто-то меня спасет. Не мог играть один, но теперь ты уже не сможешь ничего сказать. Давай, кто меня спасет? О, это, наверное, тот толстый вылез. Да? Огромный, который поросенок. Правда? А я по камерам могу посмотреть? Так, по... о, ресепшн, помню это место. А! Где? О-о-о-о, я передумал. А, я должен туда идти? А, дяденька, не надо, не надо, не надо. Пожалуйста, давайте дружить. В смысле ты закрыл? Специально перед носом. Так люди не поступают. Закрой! Закрой нахрен! Он дебил, он открывать не умеет. Мы уже с первой части это поняли. Пролазь, тут он не пролезет. Фух, игра сохранена. А ты где, толстый? Ох, внимание, идет процесс экстренной эвакуации, все сотрудники МРФ. Так, что, направляйтесь в административную блоку, чтобы выбраться. Административный, это как раз то, где мы начинали, правильно, игру, помните? Это же административный был блок. То есть мне уже здесь не надо. Ладно. Так, а у нас есть два варианта. Чувак, мне самому страшно. Батареек у тебя нету? Мало ли вдруг, то мне что-то они заканчиваются. О! Мартин! Помню это место! Помните в первой части! И тут вот дырка в полу нам туда. Когда Мартин рисует... Это Мартин рисует кровью. Вот почему многое сказали, что по факту это все происходит параллельно. Охренеть! А что по Мартину сказали? Мне прям интересно. Как там это проверить? О. Не, не то нажал. Вот, заметки. Вниз, вниз, вниз. Место выглядит как психиатрическая больница. Кто-то похож на священника. Это Мартин. Рисует инструкции на стене. Рассуждает о боге. Говорит, мне не бояться. Как же я мог быть частью этого бесчеловечного, движимого алчностью геноцида? Монстры мерков. Короче. Окей. Здесь нет радио, нет надежды связаться с миром, только побег. Мартин, офигеть, как я рад тебя видеть. Мартин, привет. Как у тебя жизнь молодая? Как дети, как сын? Я тебе скажу, ты сгоришь на самом деле. Ну, во благо. Ну, ты так посчитаешь. Поэтому не расстраивайся. Я знаю будущее. Ты немножко странный, но ты хороший человек. О, помню. Ага, а здесь теперь закрыты две, да, комнатки? Помните, тогда была одна закрыта? Так, что у нас по документам? Что-то важное? Блин, нос чешется, капец. А! Было замечено... было замечательно съездить на природу на прошлой неделе. Что это за... Ложная беременность, настоящая... У них не отмечалось активности. А, это они... Господи, сам в своей тени испугался. Это они по поводу экспериментов своих же пишут. Так, тут закрыто. Вариант у нас только один. А я тут спрячусь. Не знаю зачем. Я зря тут спрятался, нет? То есть эти гаврики забаррикадировались и убежали, да?
Окей. Ага, видите, тут баррикады. В тот раз мы там могли пройти. Ага, мы можем туда пройти. А также можем пройти сюда. У нас заканчиваются батарейки. Дайте мне батарейки. Блин, должна же где-то батарейка лежать. Ну не может быть такого. Вот. О, все, перезаряжайся. Надо экономить, на самом деле, я понял, батарейки, потому что что-то как-то они тут быстрее уходят. Ну куда сюда без батарейки идти? Так, спокойно. Тут не вариант. Сейчас этот поросенок. О-о-о-о-о-о! Где? За мной? Он за мной? Наверное, да, даже не буду оборачиваться. Ладно, посмотрел бы. Не хочу. Не, посмотрю. Вижу его. Куда бежать? В смысле? А, в окно! О, игра сохранена. Он же в окно за мной не прыгнет. Я, конечно, не понял, на самом деле, с какой точки он выбрался. Типа, где было его место дислокации. Так, а что, мне просто спрыгивать? А тут мы сейчас найдем того дурачка, да? О, смотрите, окошко. Я ж понимаю, но не зря здесь. Ну, мне так показалось, по крайней мере. А, там заперто. Фу, господи, не пугай меня. Так, стоп. А что, а куда, а где, а как? А, я должен отсюда выйти. То есть реально, они меня попугали. Но я могу через окно выйти. Хотя... А вдруг там стоит он? Но обратно я уже не двину. Никого. Так, мои задания. Направляйтесь к административному блоку, чтобы выбраться. Черт побери. Административный блок. Кто там разговаривает, а? Где выход? О! Не, без камеры здесь, ну, о! Бля, ну темно ж, капец! И что, и зачем туда залез? Что я тут не вижу? А нахрена туда залез? Вентиль? А, вот, дырка. Блях, муха, эти дырки, надо еще исследовать эти отверстия. А здесь что? Ага, здесь надо наклониться. Задержи дыхание. Господи. Стремно-то как, а мне прямо бежать? Игра сохранена, ой, не зря. Так, давайте изучим, мы можем пойти туда. Не факт, что откроется. Сюда мы точно не зайдем. Ладно. Что такое? Что такое? Блин, ну вариант только один. На самом-то деле. Кто со мной разговаривает? Я не понимаю. Ага. Это административный блок уже? Так это раздевалка. Боже, что ты делаешь? Что ты делаешь? Фу-фу-фу! Некрофилия, это плохо. Не надо так делать. Ты там до сих пор-то делаешь? Ладно, зачем я посмотрел? О, рубильник. А что я сделал? Go fuck yourself!
Там кто-то идет, потому что я немножечко усрался. А, я выключил электричество. Все, там было под напряжением. Бух, все. Там было под напряжением. Сейчас кто-то будет, сто пудов. Вот прям чувствую. Вот прям не знаю. Не? Никого? Все, на... Что такое? Что, что? Где, 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 что, что? Вот это заметки лучше читать. Что ты увидел? Электроэнергия все еще есть. Электричество. Мне нужно подумать, Лиза. Я думал, что электричество это доказательство того, что та какая-то человеческая сила все еще контролирует небольшую часть лечебницы. Но никакое человечное или здравомыслящее создание не может делать здесь ничего, кроме как выживать. И на то не очень, и то не очень долго. Ты всегда была самой разумной, Лиза. Ты бы сказала успокоиться, взглянуть на свою картину, на всю картину целиком. То есть опять включили, да, электричество? А что, мне опять нужно вернуться вниз? Я понял, понял. Второй раз не трогаю. А что он хочет, чтобы мы пошли все-таки вдруг? Блин, мне кажется, он хочет, чтобы я вернулся. Я вам говорю, там сейчас какая-то уже хрень. Ой, блин, оно же включилось все в том же самом месте. Сейчас там будет какой-то скример. Давай! Кто это сделал? А вы тут все еще продолжаете? Не продолжаете. Вот, значит, я правильно прибежал. Паразиты. Блин, так что ж вы будете делать? Это ты, драчун? Так, давай, куда, 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 сюда? Давай закроем, закрывай за собой. Он больше тупить будет, надеюсь, по времени. А, куда, куда, давай. И закрой за собой. Аккуратненько. Фух. Что ты будешь делать? Никак не привыкну к этому всему. Так, что нам нужно? Административный блок. Можно пойти туда, можно пойти туда. Давайте пойдем сюда. Все, мы сходили. На самом деле, наше путешествие в эту часть крыла было не сильно большой. Я думал, может, там батарейка лежит. Не-не, ничего. Фух. А так, сейчас я секунду, я выдохну. Ой, может быть, водички глотнуть. Что ты будешь делать? А, так. Продолжаем. Мы еще, так понимаю, находимся по... О-о-о-о. Он за мной? Я спрятался. Он ушел? Он был рядом. Согласен, чувак, я тоже всрался. Ну, с Вальридером лучше не шутить. Я вот в первой части с ним пошутил немного. Хреновая идея была. Блин, разряжаются батарейки. Пожалуйста, что-то никого не было за дверью. Так, спокойно. Спокойненько. Главное не нервничать. Не нервничать. Тут есть одна только дверь. Больше мне некуда. Так. Окей.
Я должен туда нырнуть, а потом я должен вылезти, верно? Фух, ну, полезли. Так, ага, вижу лестницу. Давай на скорости, на скорости. Батарейку перезаряди. А, где лестница? Что-то упало. Или кто-то в воду прыгнул. Я что-то ни хрена не понял. Давай дверь закроем. Закрыто. А куда мне идти? Куда идем? Испеть тачком большой-большой секрет. О, ага, вот дырка. Аллилуйя! 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 О, боже мой! Какой ужас! Что ж ты будешь... Когда тебе эти игры делаются под Ченда? Вот на Ченде, может, и стоплет, мне кажется, Ченд любого испугается. Это был Валеридер? Ой. Я немножечко обздю. Чуть-чуть. Так, мне надо прыгнуть. Разгон. Залазь, давай, давай, залазь. Нормально все было. Не обман, не притворяйся. Надеюсь, на меня никто не будет сверху бежать. А то мне бежать некуда. Прям вообще. А какое мое задание? То есть до сих пор я иду в административный блок, да? Это я еще не в нем. Это какая-то что это, блин? Маяк. Сторожевая башня. Наверное, где-то в окно вылезу, стопудов. Ну, конечно, естественно. Никого в окне нету. Игра сохранена. Пойдем направо, пойдем налево. Это что за Хогвартс? Так, ага, я понял. Вы хотите, чтоб я... Эхо! В смысле? Давай залазь, не обманывай. Да ладно, давай! Ну ты криворукий. Но бессмертный. Я бы с такой высоты упал бы и не встал бы. У тебя пока будто вместо жопы подушки безопасности. Игра сохранена, но я очень рад. Ну, нужно никаких сестер, но если только некоторых. Кто-то разговаривает. Кто это говорит? А, вот, пролезть. Ой, там эти. Так, ага, Чент, мы можем перелезть, да? Перелезть можем? Нет? Не понял. А-а-а, за угол можно зайти. Фух. Так, у нас осталось две батарейки. Экономим, экономим. Если бы у нас был гость... Он бы мог стать нашим... Кем? Козлом? Ему просто нравится слушать. Где они разговаривают? Почему я их слышу, но не вижу? Батареек нету? Она себе под стол залез. Он причинит тебе боль. Так. Стоп пудов какой-то, либо с бензопилой выбежит. Я знаю этих дурачков. Либо толстый.
То есть у меня сейчас есть две проблемы. Мне показалось, и то бензопила заводилась. А что я тут залез? А! О! 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 А я бегу, я бегу, я бегу. В любой непонятной ситуации. Господи. О! Чувак, ну ты гонишь. Ты шо таки? Ой, сейчас будет что-то. Я не испугался. Я просто обосрался. О, куда дальше? Куда? Куда? Я не вижу! Я не вижу! Я не... Ага, вижу. Батарейку не хотите мне дать? Мне осталось две батарейки. В смысле игра сохранена? Давай! Где, бляха-муха, батарейки? Почему так? Там протекал. А, кто? 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 Где? Меня сверху никто не словит, правильно? Так, куда мне нужно? Может, тут батарейка есть? Может, здесь могу зайти? Ага, зайду я, конечно. Закрыто? Так, спокойно. Мы без батареек справимся. Но это не точно. Заходи, ты что, попасть не можешь в дверь? Не, да поменять батарейку. Серьезно, я без батарейки манал. Не, ну можно, конечно, так тоже ходить. Присматриваться. Ну так обсраться, конечно, тоже можно. Не, ну не вижу ни хрена. Реально темно. О, батарейка мигает. Вижу. Подбираю. У-ху. У меня есть батарейка. Так, не понял. Батарейка. Ага, то, что мне говорили, Чен, смотри, бывает по верхам. Ты бывает где-то сможешь. Иди в сраку! Куда? Туда же, откуда ты пришел? Отойди с той стороны! Да блядь! Ты таип! Ты блядь, блядь! Да, присядь! Давай! Ты замахал закрывать двери перед своей мордой! Куда? Наверх! Наверх! Давай! Он не залезет сюда? Прикиньте, залезет. Не, не залезет. Большая проблема Ченда — это умение закрывать двери перед своим же носом. Это прям талант, это надо уметь. Черт побери. Заперто. А тут? Я просто проверю. Я понял, мне вниз, хорошо. Все, я мне предлагаю. У вас там чуть-чуть темно, конечно. Это подвал? Не, ну вы издеваетесь. Какой нахрен подвал? Кто? Где? Почему игра сохранена? Что тут кто-то появится? Я вам отвечаю. Кто? Боже мой. Что это?
Мать моя женщина. Ёперный театр. Ребята, вы ж это роты принимали? Господи. А музыка какая у вас Блин, вот прям чувствую в этих коридорах, вот прям вот, знаете, жопка моя мне подсказывает, а моя жопка меня не обманывает. Что сейчас тут появится? Он кто-то пробежал или не показалось? Не знаю, зачем я ползу именно таким способом. Но мне почему-то так то ли спокойнее. Нема батарейки. Ничего не светится на полу. Не мигает. Не привлекает внимания. Типа одна батарейка там. Ну может где-то одна. Не? Вообще ни одной. Даже малюсенькой. Ну ладно. Не очень-то и надо было. Хотя, если честно, надо было. Тихо. Так, ничего не мигает. А батарейки у нас разряжаются. Вы замахали! Сколько... Что такое? Откуда? Кто? Я... Где он? Почему музыка ускорилась? Ой. Так, а что мне делать? Иди в сраку! Не трогай меня! Беги, Чен! Не знаю куда, но беги! Куда? Куда? Куда глаза глядят? Чё ты лапочку выкрываешь? Закрой! О, батарейка. А, это уже истерический смех. Какой-то чувак был в костюме. Прям какой-то этот интеллигент. Боже мой, думал, баба стоит. О, мне сюда можно. И сюда. В смысле? Интересно, я убегал. Ладно. Ага, тут закрыто. А, это там, где мы его видели. Все, я понял. Так. В смысле? Да иди ты в сраку! Закрывай. Так. Двигай, даже не думай. Куда бежать? Беги, куда глаза... А я не был в этом же месте, нет? Это не то же самое место? Двигай. Да быстрее! Быстрее! Бля, куда? Куда? Не туда! О, сюда! А, в окно! Вверх, куда? Вниз, куда? Куда? Да, никуда! Держись! Ты бессмертный, помни это! Ой, нет, тут в этот раз уже ногу сломал. А, не сломал, просто чуть-чуть в тебя пота. О, бляха-муха. Зачем тебе делать с собой такое? Это тот дурачок?
Ты бы лучше умерла, чем была со мной. Так я ж не она, я ж он. Ты что, меня не узнаешь? В смысле, тогда сдохни. Игра? Сахара? Не-не-не, я туда не пойду, я сюда выйду. Опа! Что, это опять продолжается? А, я должен убежать! Убегай! Двери закрывай! Хотя он их открывать умеет. Давай, давай! Давай! Куда? Сюда, туда? Не сюда, ладно. Попытка, не пытка. О, ты можешь бежать! Коряво, но бежать! Так вот, беги! Никого не бойся! Поверь в свои силы! В смысле закрыто? Куда? Что я пропустил? Я в шкафу посижу. Наверное, надо в шкафу посидеть. Ближе я могу. Запах моего любимого. Ты сделала ее. Боже, ты моя симпатяшка. Ты мой Мерлин Мэнсон. Деликатес, который можно разделать и снова разделать. Зачем? Наконец-то. Ну что, меня будет запекать в духовке или что? Дурачок, ты что придумал? Я был слишком вульгарен, я знаю и хочу извиниться за это. Я просто, ну знаешь, что становится с мужчиной, когда он хочет познакомиться с женщиной. Так я не женщина! Покажи ему пипи-сандер свой, чтоб он все-таки это понял. Обещаю стать другим мужчиной, но после церемонии, когда я сделаю тебя честной женщиной... Мне нужна семья, наследие. Я не могу рожать, стать отцом, которого у меня никогда не было. Я никогда не допущу, чтобы что-то случилось с нашими детьми. Ничего такого, как? Он реально считает меня женщиной? Куда меня тащит, вообще непонятно. Тебе придется подождать здесь. Я, конечно, понимаю, тебе тоже не терпится завершить наш брачный обряд. Ну, попробуй насладиться предвкушением. Ну, я вылезу отсюда, понятно. Сюда, дорогая. Ладно, не вылезу. В данный момент не вылезу. Спустя 12 часов. Я проснулась, да? Боже мой. И что собрался делать? Ты решил из одного монстра сделать два монстра? Дорогая, нужно, чтобы ты меньше кровоточила. Я понимаю, что представители слабого пола обычно сильнее страдают от одинаковых ран, но тебе действительно нужно потерпеть. Так это не дорогая, это тоже он. Ты больной ублюдок. Я понял, как он стал женщиной. Да. Мне кажется, мужчина, вам нужно обратиться к психиатру. Прости, дорогая, любовь не для всех. Я следующая, да? То есть с ним не получилось, точнее сказать, с ней. Я следующий на стол. Что, серьезно? Теперь не двигайся, дорогая. Боже мой, ну ты извращенец, конечно. Ты сдалась, уродина, не отказалась. Ты отказалась от любви.
Да, ни хрена себе у вас БДСМ. А с виду такой приличный мужчинка. Угу, в костюмчике ходит. О! А теперь я, да? Кто меня спасет? Может, меня спасет отец Мартин? Боже мой, не будем смотреть ниже пояса. Контент для взрослых. Я глазочком. Хап-хап! Посмотрел. Так ты видишь, я не женщина. Там же видно, пипи-сандер у меня торчит. Женщина должна выстрадать. Господи, ты псих больной. Это не займет много времени. Несколько надрезов здесь и здесь, срезать всю вульгарность. Мягкое местечко для моего семени. Растить семью. Надрез будет немножко болеть и зачать. И роды никогда не бывали легкими. Куда он не пихает? Сейчас тебя что-то спасет. Спасай меня! Кто? Мартин! Монстр толстый! Кто? А, опа! Есть контакт! Спасибо! Спасибо большое! Яички мои сохранили. А давай оденемся. Одевайся. Потому что с голыми яйками лучше не бегать. О, и камера наша. О, вот на этом моменте мы, черт побери, и закончим. О, это на самом деле, это ужас, который заслуживает лайка под видео и вашего комментария. Чент прям строит на самом деле вместе с вами отборный город из кирпичного завода. Берем мы там эти кирпичики свои, качество прям стопроцентное. Бетон высшей пробы. Фу. С радостью прочитаю ваши комментарии. И увидимся в новом выпуске. Всем пока!